Всем привет, с вами Станислав Орехов. Добрый день, добрый вечер. И сегодня я буду рассказывать вам о наших новых программах в нашей школе обучения на сезон 2018. Весна-лето. Итак, первое. На вьюблоке дизайн-конференция мы общались с большим количеством дизайнеров профессиональных и поняли, что нужно создать новую группу, где мы будем встречаться каждую субботу и вместе двигаться к достижению своей мечты, своей цели, а именно созданию полезной, самое главное для клиентов и для вас лично, студии дизайна интерьеров. Мы будем с вами прорабатывать тему создания сайта, известности, привлечения клиентов, создания документов, системной студии, работы с сотрудниками, юридических вопросов, договорных отношениях и много-много что другое. Но делать это мы будем не в стандартном онлайн-формате. Мы собираем нашу группу и будем встречаться по субботам в нашем офисе. Вот там вот где-то он за деревьями находится. Те, кто в Москве, будут приезжать к нам в офис, а те, кто не в Москве, мы будем подключать вот с помощью вот такой камеры. Будем общаться с вами, не я буду только говорить, а вы будете тоже рассказывать о своих успехах, о своих результатах. И мы будем делиться друг с другом, ставить задачи на неделю и рассказывать, как эти задачи мы решили. Именно вот такая совместная работа вместе даст максимальный результат. Этот курс пройдет полгода, с мая по конец октября, начало ноября, где мы будем с вами создавать эту студию. Поэтому, если эта тема интересна, то внимательно читайте описание. У вас еще есть возможность присоединиться в нашу небольшую группу. Берем 10 человек и двигаемся к результату. Но есть ограничения. Сюда мы берем в основном, конечно, уже опытных дизайнеров, у кого есть уже какой-то бизнес, какой-то опыт, чтобы у нас была так или иначе похожая среда, чтобы каждый член группы оказался друг другу полезен. Я буду модератором в этой истории, буду давать вам советы, рекомендации также и давать учебные материалы каждому по потребности. То есть, если у вас задача, допустим, стать известным, вы будете становиться известным и будете рассказывать другим, как у вас это получилось. Если у вас задача систематизировать процесс и максимально настроить команду внутри, то вы будете делать именно это. Если задача создать уникальность, то мы будем создавать вместе с вами уникальность. Второе. Это у нас будет день открытых дверей. Мы приглашаем практически всех, кто заинтересован так или иначе в теме дизайна интерьера. Неважно, обучаетесь ли вы у нас или не обучаетесь. У нас пройдет открытое занятие по курсу дизайнер-практик, которые только планируются, но мы хотим сделать общий открытый урок, где покажем вам наглядно настройки. Ну, нам повезло, у нас здесь стройка, да, идет не только у нас, но и вообще в поселке. И мы хотим вывести вас на объект и показать, как устроена стройка и как устроен дизайн изнутри, как кладутся кирпичи, что такое штукатурка, какой цвет должен быть, какой она должна быть фактуры, что такое вентиляция, для чего она нужна. Покажем вам строителей, ошибки, которые они допускают, покажем, как вести авторский надзор, на что обращать внимание. В общем, все необходимое для того, чтобы проект был не только красивой картинкой, но и воплотился. Участие в этой программе бесплатное. Для того, чтобы попасть на день открытых дверей, вам нужно зарегистрироваться. Мы берем 10 человек, потому что, к сожалению, офис у нас не такой большой, идет стройка, поэтому мы не можем просто физически вместить большое количество участников, хотя, конечно, очень бы хотелось это сделать. Но не расстраивайтесь, у нас будет еще один день открытых дверей. Если вы не успеете именно на этот, то сможете записаться на следующий. Третья часть. Совсем скоро стартует наш курс по дизайну интерьеров для начинающих. В этом потоке, в этом курсе мы добавили большое количество учебников, которые раньше были только нашей внутренней информацией. Теперь же они будут вместе с основными материалами по курсу, и вы сможете ими воспользоваться. Там у нас шаблоны по чертежам, шаблоны по планировкам, по ДВГ-моделям и много-много всего дополнительного. Например, техническое задание. Мы добавили курс и материалы по не только тому, как разработать техническое задание, но и как это сделать по готовому шаблону. Также шаблоны по договорам, договор на дизайн-проект, на комплектацию, на управление строительством, агентский и авторский договор на сопровождение стройки. Все это тоже уже будет готово и ждет вас внутри. Вам нужно лишь пройти все модули, зафиналить их вовремя, сделать отчет о выполненной работе, и вы получаете эти дополнительные материалы. Еще одна хорошая новость. Мы подумали, что мало обучить ваш дизайну, мало обучить визуализации. Хочется, чтобы
все выпускники, ну, наши, и вообще те люди, с которыми мы работаем, умели не только делать свою работу хорошо, это, конечно же, нужно, но и профессионально управлять процессом, управлять временем, управлять собой, иметь очень хорошую силу воли и личную эффективность. И именно поэтому мы бы добавили блок менеджера, но не в плане управления административной работе, а в плане контроля и работы над собой. Надо своими результатами контролировать себя, уметь общаться с клиентом, понимание, что ты должен делать, а что ты не должен делать в соответствии с договором. Все о том, как управлять этим процессом, мы также добавили в наш курс и модуль по дизайну интерьера. Будет отдельное мероприятие и по этой теме. Будут отдельные включения, будут отдельные видео. Мы будем записывать вот с помощью такой камеры и вопросов, а также живых встреч мы будем добавлять и добавлять постоянно нужную и полезную информацию в нашу мастер-группу. Да, кстати, один раз попав к нам в обучение, вы постоянно имеете доступ к обновленной информации и сможете ею воспользоваться, когда она вам будет нужна. Также, если вы будете брать уже реальный проект, настоящий, да, настройки, когда у вас будут какие-то вопросы либо проблемы, вы всегда сможете обратиться тоже ко мне, и я вам посоветую, как решать реальные ситуации, потому что дизайн, конечно же, это очень хорошо, если ты умеешь и знаешь, как рисовать, но самое главное, дизайнером становится после реализованного проекта, и во время реализации проекта, возможно, большие сложности. Я вам помогу эти сложности решить, потому что моя задача, чтобы вы добились результата, чтобы вы стали дизайнерами, и чем лучше будут результаты у вас, тем, соответственно, лучше будет нам, потому что для этого мы и работаем. Итак, изучайте подробную информацию по датам, времени и по приглашениям под этим видео. Не забывайте регистрироваться на все мероприятия, количество мест ограничено. Спасибо за то, что остаетесь с нами, спасибо за вашу поддержку, участие. Мне очень приятно, что наши курсы, наши материалы оказываются для вас полезными. До новых встреч на наших обучающих мероприятиях. С вами был Станислав Орехов. Пока!